Мастер Кормак, не ожидал увидеть вас так скоро. Я нашел планы Дела Верендри. Но он использовал шифр, мне не разобраться. Может, у вас получится. Занятно. Это очень старый шифр. Только один раз я видел его. Позвольте изображение. Может, покажете лично? Поможете мне в поисках? Раз дело срочное. Хорошо. Отправимся в путь вместе. Я полагаю, вы знакомы с нашим другом Деля Верендри? Да, к сожалению. Мне не следовало бы доверять друзьям, связанным с таким подлецом. Бух, что он сделал для такой вражды? Я знаю его лишь как члена семьи, следовательно, раздвинувший границы известного мира. Я мало общался с ним, но мне кажется, он... Слышал это? Пушки. Глубоко в тумане. Это Дела Верендри? Возможно. Экспедиция секретная. Они вряд ли стремятся оставить свидетелей. Не подведет. Логи водички! Дайте знак, Гэп! Перезаряжаю!
нужно идти на борта! Это Пиккио! Нам нужны карты для Верендри! Я не терял времени даром. Теперь я буду бить без промаха. А ты размяк. И это все, что могут тамплиеры. Отступись, глупец. Ты останешься в этих водах. Мое имя скоро забуду. Мое станет легендой. Ну, огородник, все еще веришь в правду тамплиеров? Сильнее, чем прежде. Что за черт? Ахиллес с Илаем отправились на север! Хоу была права. Я сумел отвлечь внимание! Спасибо вам, капитан Кук. Рад был помочь, капитан Кормак. Плавать с вами всегда весьма... познавательно. Да, беда идет за нами по пятам. Скажите, вы состоите в какой-то организации? Совет Адмиралтейства? Выполняете личные приказы Его Величества, ведь так? Об этом не принято говорить вслух. Это вам пригодится. Дела Верендри они уже не нужны. Мы разыщем вас, если вновь соберемся в плавание, капитан. Благодарю вас. Отдать!
Дайте знак, and the devil take his soul. Oh, poor old man. Что там сказал Франсис? Пара акров снега? Он очень... Великий магистр? Делаверендри мертв. Координаты у меня. Я знаю, куда направляются ассасины. Что ж, поспешим. Думаешь, они нашли еще одну святыню Притечь? Мир пока не рухнул. Если и нашли, то еще не трогали. Как благородно. Время еще есть. Мастер Гист, ждите. Я пойду с Шеем. Сэр, при всем уважении, вы уверены? Как великий магистр Ордена, я должен довести это дело до конца. И увидеть, как падет братство Ахиллеса. Если ассасины вызовут землетрясение, жертв хотя бы будет немного. Я в любом случае не позволю вашим бывшим союзникам уничтожить святыню. Было бы красиво, не будь так чертовски холодно. Осторожнее. Кое-где лед совсем тонкий. Ахиллес привел немало людей. Не думаю, что он полагает, будто все выживут. Это жестоко. Но их все равно больше. Будем держаться тихо и не станем лезть в драку. Ассасины вряд ли тебя узнают. Yeah.
мишей! Я найду другой путь. Return to the ground at once. Яблоко? Нет, ничего не трогай. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Наконец-то ты понял! Ахиллес, это не оружие предтечи, а средство сохранить мир! Всех этих бедствий могло и не быть. Послушай ты меня тогда! Ты все такой же дерзкий. Да, это наша заслуга. Все же, Шей. Ты предал братство. Ахиллеса и меня.
Что я слышу от стрелявшего мне в спину? В поместье? То был шевалье. Он мне не ровня. Лаю мне! Сколько раз повторять, Лайм? Удача — это миф. Ты предал ассасинов. Затем всех, кого знал. Перешел в лагерь врага. Зачем? Возможно, так и есть. Чтобы спасти мир. Надеюсь, оно того. Стоило. Нет! Почему? Ахиллес теперь не опасен. Наставник, без учеников. Какой мир мы хотим построить, если сами не милостивы? К тому же, теперь он понимает, насколько опасны эти святыни. Без него ассасины могут продолжить поиски.
Убедительно. Не забывай, что здесь случилось. Не забуду. А вот мир забудет. И что будет дальше? Мастер Гист будет отвечать за поиски оставшихся ассасинов. Мастер Уикс и остальные помогут ему. Ахиллес потерял все. Он не покинет поместье. Да. Шей, поиск святынь Предтеч подошел к концу. Но мне нужна шкатулка. Найди ее ради Ордена и ради меня. Она может оказаться где угодно. На поиски уйдут годы. Может, и вся твоя жизнь. Ты готов к этому? Я рад. Ха, невероятно! Кто бы мог подумать, что Шей так силен? Теперь у меня есть все, чтобы выполнить нашу задачу. Финал, болванчик. Ты должен загрузить память Шея. Но не в Хеликс. Я хочу, чтобы кое-кто увидел, что мы тут нашли. Я просто сказал, что Вайолет не должна была ругать нас за сломанный лифт. В качестве награды за твои услуги я даю тебе 3-й уровень доступа. Отныне для тебя открыты все двери. Давным-давно благородной целью ассасинов был мир. Но с веками эта цель превратилась в более опасную. Свободу. Дьявол, что такое? Маленькая неполадка. Окей. Твой коммуникатор включился, и там должно быть ничего не видно. Но я смогу показать дорогу. Вот, следуй за этими огнями. Коммуникатор должен заработать. Братство ассасинов еще существует и по-прежнему преследует свою глупую цель. Я Темплиер. Я защищаю мир от ассасинов. Сегодня ты помог мне в этом. Пожалуйста, восстанови сервера. Отца Берг, звезда тренировочной программы «Анимус». Давай покажи, на что способен ты, выскочка. Как скажете, мастер Кросс. Ты превзошел все мои ожидания. Загрузи память Шея в сеть ассасинов через этот терминал. Ассасины слабы. Рано или поздно я поймаю их всех до единого и убью. Но просто смерть — это слишком легко. В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Выведи его. Я хочу, чтобы они осознали, насколько слабы. Я хочу,
чтобы все увидели их страдания. И в тот день, когда мы встретимся, они будут умолять меня о смерти. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Мой план работает. Для тебя у меня больше нет заданий. Однако, история Шеи не окончена. Я прошу тебя досмотреть ее до конца. Я под впечатлением, болванчик. Ты нам очень помог. И да, я тоже тамплиер. Уже много лет. Один кусок памяти Шеи остался непросмотренным. Думаю, тебе стоит его увидеть. Когда ты досмотришь историю Шеи, твоя жизнь изменится навсегда. Версаль. Резиденция Людовика XVI и Марии Антуанетты. Какой декаданс. Удачи, болванчик. О, Шей, вы явно готовы к аудиенции. Возможно, вас примет и сам король Людовик. Сомневаюсь, что меня впустят в покой короля, но я здесь только, чтобы повидать делового партнера. Да, я слышал, что сегодня тут будут торговцы. Может, они придут на мою научную демонстрацию? Они могли бы что-то для себя подчеркнуть, хотя рассчитывать на них я бы не стал. Я ухожу. Спасибо вам, мастер Фанкин. Теперь найти Шарля и чертову шкатулку. Это он, Шарль Дориан. Простите, месье, дворец сейчас закрыт для посещения. Приходите завтра. Но у меня там встреча. Ему повезло, что я знаю другой путь.
какие у них были глупые лица. Я Арно. Видел, какие у них были глупые лица? Если надо, я отдам за этот артефакт жизнь. Арно, где ты? Ты предатель. Я лишь завершаю то, что начал. Но старый Коннор и его ассасины, революция в Америке спутала вам карты. Быть может, нам просто стоит начать свою революцию. Стоять за принципы нашего ордена и все, что нам дорого. Не раскрывать наши секреты и суть нашей работы. До самой смерти. Любой ценой. Вот моя новая кредо. Я Шей Патрик Кормак, тамплиер колониальной американской ложи. Я стал старше и, возможно, мудрее. Война и революция закончились, но новые уже близко. Да направит нас Отец понимания. Для меня большая честь приветствовать тебя здесь сегодня. Да уж, болванчик, ты доказал нам, что ты не просто подопытный кролик. Данные, которые ты извлек из памяти Шея Кормака, нам очень помогли. Его история — это послание. Мы поняли, что при малейшей угрозе ассасины на самом деле хотят не свободы, а порядка. А наш орден представляет высший порядок. Что бы ты ни узнал, находясь в Анимусе, это лишь верхушка айсберга. Мы существовали до того, как люди стали записывать свою историю. И недавно возродились вновь, под маской Абстерго Индастрис. И Интертеймент. Ты пересек порог. И твои глаза открылись. Ты увидел мир таким, какой он есть. Все, пути назад нет. Тебя столько всего ждет. Отец понимания привел тебя к нам. И за это мы благодарны. Твое настоящее испытание начинается. И тебе надо сделать выбор. Будь с нами, и тебе откроется невероятное будущее. Откажись.
Charles Lee, hero of the Battle of Fort
he'll be French lurking about. Still peaceful around here. No criminals, no...